Всем привет, друзья! С вами Малдер, у нас Страйн 2. Продолжаем наше путешествие. Тут мы порубали нескольких гоблинов, как я помню, в прошлой серии. О, контрольная точка есть. Нам бы до нее допрыгнуть, тут еще было бы неплохо. Все, активировали. Активировали какой-то мост. Стоп. Мостом. А как нам использовать рычаг? Ну-ка, да. Попробуем рычаг-то использовать. Стоп, подожди. А, то есть мы используем рычаг. Ну-ка, да, поехали. А я не могу. Что за хуйня? Привязано, что ли? Упала. Господи, блядь. Ой, сейчас, секунду. Нам надо веревку перехреначить или чего? Вон там что-то, подождите, там вот... Блять, я думал допрыгнул до этих вот хреновин, но не допрыгнул. Не допрыгнул. Рычаг. Нам надо как-то веревку отвязать. А как это сделать-то? Может, здесь как-то пройти можно, что ли? Вот здесь, по низу. Блять, тут вообще прям сразу же дохнешь. Ладно. Я думал, она зацепится за эту хренотень-то. Использовать рычаг. Ну, я использую рычаг. Он крутит. А берю. Блять, я не пойму, к чему она там привязана? Может, херануть просто? Да не этой, блять, вот этой вот. Нет. Может, да не, нихера не цепляется. Подождите. Вернуться. Тут же вроде бы нет ничего больше. Может быть, нам... А, стой. Тут какая-то он... Дичь. Нам надо запрыгнуть. Вот. И она отцепилась. Ну, сдохли-то, ладно. Это ничего страшного. Сдохли, ладно. Зато сейчас мы поедем. Мы помчимся. На оленях утром ранним. Поехали, Зойка. Ну-ка, крути. Так, ну, блядь, ну только драконов не хватало. Это же шутка, что ли, такая, нахуй? Ах, ты смотри-ка, я, короче, меня не будут есть, пока я буду тут. Ну, отлично, сейчас сдохнет. Давай, здоровый. Ну-ка, нам буквально вот до этого самого. Он меня еще покусывает, блядь, тварь такая. Ах, ты ж ебаный ты рот. Стой. А, я могу тут прыгать, есть. Запрыгнули. Надо было на башку им опрокинуть этот самый шар, вот этот снежок. А тут холодно, между прочим, как я предполагаю. Ну-ка, Гэндальф, давай мы сейчас сделаем холодно в том плане, что водица-то, блядь, холодная. Замедлим. Так, ну-ка, давайте нырнем. Исследуем все. Во, тут шары есть. Да твою мать, блядь, как эту херь разбить-то? Сука, коробка. Как это ёбнуть? Там бочка есть. Бочка — это хорошо. Я не могу колдовать даже под землей. Как-то нам ее надо разбить. Может быть, снежок? Слушай-ка, точно. А если мы снежком? Бррр, вот это мороз. Вот так вот. Едет сейчас свет морозить все. Ну-ка, давай, падай. Он, по идее, плавать должен же, нет? Так и все, он ёбнулся, блядь, на этой. Сюда и все. Ну-ка, давай, вылезай. Я его могу оттуда подобрать? Нет, не могу. Стой. Стой. Чё-то, блядь, пошло не так. Стой, вот сейчас мы вот сюда вот его кинем. Вот, разбил. Смотри-ка. Все разбилось, значит, можно тут. А если мы бочку сейчас подкатим сюда, и она застрянет, и мы ничего не сделаем, так? А что ты не хочешь? Давай бочку-то, ну ёб твою мать! Или же нам надо опять же ее с помощью магии. А, стоп, вон там что-то есть у нас. Давай сейчас запрыгнем, как в цирке, бляха. Что-то разрушили. Еще одна бочка есть.
Зачем нам это надо? Меня интересует. Не знаю, блядь. Хорош. Сейчас мы так вот сделаем. Вниз. Застопорили? Застопорили навсегда. С помощью бочки. Все, она не сдвинется никуда. Никуда эта скотина не подвинется больше. И мы запрыгиваем. Мы не запрыгиваем? Как не запрыгиваем? А если Зойкой? А если Зойкой? Да не, Зойка не хочет. Что за нахуй? Ну давай, зайчела. Хорошо тут прыгать-то. Не. А водой что ли меня сбивает, я не пойму. Тогда сейчас сделаем проще. Сейчас мы бочку наверх положим, да и все. Ну-ка, вот сюда вот. Повыше же будет. Вот. Вот. И запрыгнем. Запрыгнем. Как ж мы не за... А вот сейчас обидно было. Подождите, а как же нам туда-то пройти? Нам надо наверх оказывается. А, нам надо наверх, оказывается. Запрыгнуть мы сможем? Так, зайчела. Надо нам как-то, блин, прям вот зайчелой четко сука. Знаю. А мы сейчас мост тут сделаем. О, хорошая идея. Да, блядь. Запрыгивай, вот. Ну, Зойка, ну, Зойка, ну не прыгай ты вот так. Вот, ну, блядь, ты, ёб твою мать. Вот. Отлично. А мы сейчас мост сделаем Гэндальфом. То есть удлиним немножко. Оно же не упадет? Надо аккуратненько подать. Ну хватит-то, блядь. Вот. Отличная идея. И Зойка, сейчас мы раскачаемся. До сюда-то точно уже допрыгнем, я предполагаю. И пробежим. Вот, отлично. Ну, хорошая идея была. Тут что-то, кстати, разбивается, блин. Понятно. Использует рычаг. Тут рельсы у нас, да? Типа появились. На чем оно работает, интересно знать. Вот сие устройство. Я надеюсь, тут все выдержит. Не, вроде пока едем. Дракон опять, ты гляди. О, ой. Опа. Опа, я не буду прыгать. Сука, надо ведь, наверное. А ведь, наверное, надо. А мост-то мы, интересно, сейчас починим? Или нет? Вон он, здоровый гоблин. Сука, он еще по мне херачит. Ты глянь. А, бомбы кидает. Там их двое. Они оба дерутся, что ли, блядь? А, не-не, один дурило, блядь, кидает в спину другому. Копье. Попалый, сычонок. Загнулся, хорошо. А там дракошка летает. Там-то летает дракошка. А как мне быть? Хоп. Есть. Давай, зайчела. Там внизу ничего у нас нету больше. Все, все собрали. Отлично. Запрыгнули. Неплохо. Водица. Водица и две бутылки. Одна ебнулась. Нам надо растопить лед, повернуть вот эту хрень. Топит, топится. Неплохо. Опять же неплохо. Вода прибывает. Прибывает вода. Я уже стою по яйца в воде. И там как... И сундук там есть. Ну-ка, подождите, там есть... вот, две баночки. И там у нас лежит сундучок. Вопрос на миллион. А как нам теперь туда пробраться? И мне сейчас лысину, то есть спалит, наверное. Ну, погодите-ка. Давайте-ка ее повернем. А, ага, я не могу дальше ее поворачивать, только сюда. Ладно, тогда мы сейчас вот здесь вот проплывем.
Ну ты скажи, что еще, блядь, не запрыгнешь нах. Ну как так? Он с Зойкой? Тут вообще есть что-нибудь? Глубина-то? Ага. Глубина-то есть. Сейчас вода-то закипит. Да что ж ты, блядь, будешь делать-то, хорош? Подождите, ну... А нам в любом случае, наверное, туда куда-нибудь надо. Или же как-то повернуть. Вот эта хрень. Сейчас мы поднырнем. Становится прохладно. Становится прохладно. Я с тобой полностью согласен, зачело. Мы вот это вот никак, наверное... Как мы можем подвинуть? Еще как? Никак, да? Только вода. Любопытно. А как же быть? Ой, Гэндальфу яйца подпалили. Давай, Гэндальф, выпрыгивай, хорош. Купаться. Сейчас не купальный сезон. Что вообще подпрыгивать перестали они? Что ж делать-то? Как же быть-то? Там же подплыть куда-нибудь можно. Может тут что-нибудь какая-то... Пещера? Нет тут ничего. Я и Зойкой-то цепануться не могу ни за что. Абордажный крюк цепляется только за деревянные поверхности. Я это тебя понял. Зойка, что здесь, что ободражный, блядь, абордажный крючок цепляется за поверхность. А куда же нам надо идти-то? А, погоди-ка, нам сюда надо, наверное, и так. Ах ты мразь, ах ты тварь. Мне так хочется решить тут загадочку, если честно. Так, ты сдох, да? Сдохни, паскуда летающая. Сейчас она получит люлей. И с позором улетит. Ну-ка. Отлично. Отличный удар. Блин, там-то чего делать? Где у нас контрольная точка? Наверху, да? Наверху. Зойка цепанулась. Молодчина. А здесь мы сможем перепрыгнуть? Эх, блядь. Ух ты, не сможем. Не сможем. Да что ж такое-то? Ты что, Зойка, не цепляешься-то, а? Ну, Зойка, Зойка. Все получалось у тебя раньше, блядь. Сейчас что-то все нахуй. Стой, стой, стой. Ну как же нам быть-то? Как же быть с этой хреновиной-то? Меня не столько сундук волнует, сколько... Может, что-то тут сделать надо? Может, как-то в сторону, что ли, блядь? Может, вот эту плиту нагреть? Да ничего подобного. Ничего подобного. Ну, воду он тоже греть не хочет. Самое смешное, что он цепляться, блядь, теперь они не хотят. Подпрыгивать, двойной прыжок делать. Может, рыцарь, блядь? Не такой тупень. Нет, тоже такой же. Ну ж твою мать, а? Давай греби щитком. Как же это взять-то? Ну как же? Это ж как-то же можно взять? Может, заморозить? Может, у нас ледяная стрела-то, если она что-нибудь заморозит как-нибудь воду-то, нет? Стой, это огненная.
Ледышка, блядь, ёб твою мать, у нас же ледышки есть. Я совсем забыл про них. Ой, блядь. Ой, блядь. Бери сундук, ты что там у нас? Стихи. Возьмем ладью и уплывем. По небу только мы вдвоем. Увидим на луне моря и горы. О, любовь моя. Мне больше нечего желать. С тобой хочу летать, летать. Летать, летать он хочет. Давай, тай. Все, растаяло. Я забыл совсем, что при помощи стрел там можно строить льдинки. Ё-моё, вот это память, блядь. Ну, пиздец. Хорошо, что тут у нас? Карусель. Карусел. Снова. Причем карусел как-то в одну сторону только действует, да? Как я смею предположить. А почему? Чё ты не запрыгиваешь-то, блядь? А, она и не запрыгивает, не хочет запрыгивать. Почему? Там что-то происходит? Там какой-то вентилятор, блядь. А, вон что-то загорается. Там растопится, наверное, что-нибудь сейчас, правильно? Хоп. Ёбаный рот. Что это, блядь? Это мы типа завели ее. А куда нахера? А, о, блядь, вот же тут. У нас поток открылся. Ёб твою идти, а? А я его и не видел. Слепой. Хорошо. Какой-то, наверное, следующий уровень будет. Или что, нет? Че это? Агрегат. То, что нужно. У него железные крылья. Не похоже, чтобы он работал. Пока нет, но мы попробуем это исправить. Ты. Что-то мы тут накачиваем, что ли? А, гляди-ка, да. Что-то тут работает. А, это мы зажгли. Разожгли огонь внутри этой хреновины. Ой-ой-ой-ой. Цветочек. Цветуёчек. А что это такое? Пропеллер. Ёб твою. Сейчас мы самолет будем строить. Так, пропеллер. А как, куда его примандячить? Вот наверх. Куда же еще-то? Давай, хоп, заработал. Еще один где-то должен быть, по сути. По логике вещей, вон еще один. Кстати сказать, сейчас мы, знаете, что сделаем? Вот так мы сделаем. Эту ебалу нам надо вот сюда убрать, чтобы она... Эх ты, блядь, там пила. А это кнопочка какая-то. Что за кнопка? Коробка. Бляха. Ай. Так, зайчело. Да что ж ты будешь делать? А почему сдохла? Контрольные точки. Я не понял, что кнопка у нас делает. Она что-то нажимает. А, она нажимает, появляется коробка, правильно? Смею предположить. А тут что? Что-то тоже можно взять, гляди-ка. Крючок. Нахуя? Цепляться за него? Да как так ты? А как там наверх-то залезть? Я не пойму, блядь. С помощью крючка, что ли, вот эту? Подожди, подожди, что за хуйня? Ну блин, ну я же практически остановился на ней, блядь. Я тут дров напилил. Стой, не падай, пожалуйста. Вот, не падает.
Надо вот эту хрень повернуть, блядь. Правильно? Правильно. Там огонек. Гэндальф вступает в бой. Что-то и музыка у нас пропала. Так. И она не разрушает, причем. Ну-ка, давай ящик. Есть. Эй, что за нахуй? А почему? О, ёбаный рот, все сломалось. И Зойка сдохла. Погоди-ка, подожди. Ну нет, тактика-то понятна. То есть самолет мы с вами сделали. Винтокрылую машину. Все. И что, полетит типа? Что за нахуй? Что-то, блядь, не понравилось ему. Или я не так его закрепил? Во! Эх ты! Летим, летим, блядь! Курс на облачные острова. О них ходят легенды. Давно хочу там побывать. Лететь с помощью науки? Неслыханно. Где гарантия, что мы не упадем и не разобьемся? О, Маргарет. Вот это ничего себе. Вот это хреновина. Пока герои летели к облачным островам, прислужники Хрипа в страхе смотрели на сгусток света, появившийся из ниоткуда. Свечение окутало пленную Маргарет. Оно напоминало лучи, исходившие от праматери Кроны из гоблинских легенд, появившихся, чтобы наказать своих непослушных детей. Угу. А здесь, в этом мешке, как раз и Маргарет ты держит. Страшно? Кому страшно? Всем страшно, кролек. Что если свет нас поразит? Все это фокусы. Соберись. Как там наша машина? Готово. Она проломит стены города и замка. Прекрасно. Теперь нас ничто не остановит. Я ведь просил передать мне штурвал. Как ты теперь предлагаешь спускаться? Об этом мы подумаем, когда устраним гоблинскую угрозу. Покажем, на что мы способны. Блин, как красиво нарисовано, черт возьми. Это есть летающие острова? Речка? Все дела? О, это кто, блядь? Что это? Крабик? Тут нахуй отсюда. Они не вылезут больше? А, слушай, нет, они не хотят вылезать. Правильно, блядь, кто хочет по харе получить? Стрелой. Там что-то лежит. Спокуха, сейчас мы тут все возьмем. Есть у меня сколько? Три очка. Три очка. Замечательно. Так. Так, тут ящик, с помощью которого мы сейчас переплывем. Как я... Блядь, не то взял. С помощью которого мы сейчас... А почему он не разрушается? Да ты чё? Эй, блядь. Что за хуйня? А как нам сюда перелезть? Ну не, я сюда, наверное, запрыгну или нет? Тут какой-то мост, что ли, был. Мост-мостом. А как нам его... Он, походу, утонул. Или нет? Нет, тут его нет. Мост-мостом. Хорошо. Надо что-то нам сделать. А что это такое? Это ж коробка вроде бы. Не, взять я ее не могу. А вот эту хрень... Да ладно, я могу его подвинуть, что ли? Ха! Ты глянь-ка. И она будет тут лететь? Нет, не будет, она туда полетела. Стоять! Эй, подожди меня-то! Блять, ёбнулся. Давай, иди сюда. А мы утопить ее можем, интересно? Эх, сейчас мы воду тут намутим, блять. Давай! Ах ты, успел. Неплохо. Все, застряло. Нет, не застряло.
Тут он еще несколько таких платформочек. Ебаный рот. И это было больно. Так, подождите. Как-то нам тут надо перебраться. Вон. Эх, блядь, не то самое. Не залез. Ну, Зойка-то ебнула. Хрен бы с ней. Как говорится, сейчас мы новую сделаем Зойку. Где? Контрольная точка. Это кто? Гоблинская бесовщина. Так, гоблинская бесовщина. Я как его... Его как-то надо... Он, это призывник, походу, блин, да? Ну-ка нахуй отсюда. Так. Стой, это что такое? Хрен его знает. Ладно. Здесь еще одно болотце какое-то. Тут что? Да. Что это? Грозовая туча? Героям нужно двигаться осторожно, чтобы не изжариться. Это понятно. А я стоять? А я вот это могу передвинуть? Могу. Гоблинская бесовщина. Она получила по хребтине, блядь. Сзади. Вот и вся бесовщина. Ох, блядь. Так, Зойка, ну-ка, давай-ка иди сюда. А что это? Зачем вот эти карусели мне? Скажите, пожалуйста. Для чего? Хер его знает. Для чего, непонятно. Стоять. Сейчас мы вот эту хрень сюда подкатим, прям под себя. Да. Опа. И мы на ней. Так я прям на ней, что ли, могу управлять? И это самый... А, не могу, гляди-ка. Печально. Как-то нам надо ей лавировать при помощи стоять. Бочка. У нас есть бочка, правильно? Правильно. Сейчас мы ставим ее сюда. Перепрыгиваем, наверное, на нее. Ну-ка. Блять. Чуть не въебал, между прочим. Сука, не могу. Строим мост. Опа. Хопа. И мы на другом берегу. Все просто. Сакура цветет. Очень похоже. Оп. Попал, сучонок. Ты глянь, дракон. Эх, сходу. Стоять. Смотри, блядь, этот придурок по дракону попал. Ну-ка, стой. Съебал отсюда. Все, что ли? Все, вроде бы. Повышение уровня. Я знаю, что хочу сделать? Вот это вот. Что-то металл, что ли, он притягивает, как я понимаю. Давайте сделаем. Хорошо. Ну-ка, Гэндальф. Магнетиз-объект. И хули? Сука. Ну, я нажимаю. Ну, одновременно, да? Нет. Ну, чё ты, блядь, мозги бьёшь? Ах, сука. Это у нас поворачивается? Поворачивается. Надо нам, значит, как-то ее открыть. Коробочка. Готово. Что, блядь, за магнетизм объектно? Как нам это магнетить-то? И какие объекты-то он магнитит? Ой, блядь, ну погоди-ка. Wizard, что-то фьюдивый лоб. Не знаю, что это такое, но, блядь, о! Все, исчезло. Ну, наверное, хорошее умение. Стой! У нас же тут телега есть. А как? Не понял. А как телегу-то двигать? Тут рычаг, что ли, может, какой есть?
Ну, она не едет что-то. Почему? Ничего она не нажимается. Я нажимаю одновременно на эти две кнопки. Я и у рыцаря-то не понял, что это за умение такое. Может, Зойку попробуем? А, о! Что-то вроде качается. А как же нам эту хрень-то туда-то... Туда-то нам перепрыгнуть? Ну-ка, дай Зойкой. Опа! Вот и все, на! А эта коробка пускай падает. Дракончик. Дракончик. Дай хоть одну. Блять, упал что ли? Ёбаный рот. Это что-то там колокол какой-то. Ты гляди-ка. Ну-ка. А я здесь уже Так, ну-ка. Стой. Ну, давай, зачело. Сейчас спустимся мы с тобой вниз. На это и было рассчитано. Мы сдохли, но мы все-таки взяли... разломали стену. И сундук. Сундук я только что заметил. Стихи. Музыка, двери открой. В сад отпусти, подари нам покой. Ты помогаешь в делах повседневных, благословляешь бескрайнее небо. Ох ты ж, бляха! Карусель! Эх ты! Спасибо. Спасибо. Но мы как-нибудь так уже заберемся. Так. Там у нас еще одна кнопочка стоять. Ой-ой-ой. Сейчас мы Гендальф. Блять, пиздячит нас как сильно. Она не достает. Так, ты гляди-ка. Неплохо. Сработано. Блять. Я так пробегу, да и все. О, музыка, блядь. Получил по хребтине, блядь, еще раз. Хотя это другой, наверное. Ну, пошел замес просто. Ой, блядь, попробуй. Попался в лото. Да как ты, блядь, попадаешь-то? Ну-ка, свалил отсюда. Тут что-то нам надо какую-то мелодию проиграть, что ли, или чего? А, рычаг есть, ну-ка. Хорошенькие колокольчики. Немного музыки, очень мило. А мы сейчас кого-то приманим, наверное, да? Что это, блядь? Я не могу вот на эти площадки залезть? Это шкатулка музыкальная. А где? Что, ты же должен какой-то транспорт приехать, как я полагаю. А, надо мелодию свою подобрать. Так, погоди. Где начало мелодии-то? Ну-ка. Третий. Первый. Три, один. Все понятно. Три, один. И забыл. Три, один, четыре, два. Хорош. Значится. Три. Три. Блять. Да сука. Ну, все, пизда, не попадаю. Один.
4. А что не сгорается? Да что, твою мать. Еще один. Ну. Все, транспорт вызван. Какой-то. А, они поближе подлетают просто. Запрыгну? Ясен хуй нет. О, бляха. А ведь почти. Вот так допрыгну. Все, есть. Это было больно, между прочим. А я Гэндальфа не могу, интересно. Да что ты? Перемещать их. Так. Так. Драконы полетели опять. Наверх, правильно? Зачем я это сделал? Хуй её знает. Сдохла. Зойка сдохла. Жаль. Хорошая баба была. Ай-яй-яй-яй. А, все нормально. Стой, а тут сюда, сюда-то мне. Блять. Надо подождать. По всей видимости, Зойкой можно цепляться вот за эти перекладины. Ну-ка, Гэндальфа лучше возьмем. Он вроде получше прыгает. Блять, да есть! А ты, ты ёпта, блядь. И Гэндальфа чуть не загандошили. Контрольная точка. Это кто у нас такой? Еще один голем такой каменный. Мы такого уже встречали. Хорошо. Ух ты ж, блядь. Не надо, не хватай меня, ты что делаешь-то? Ой-ой-ой-ой, сожрал. Вот сука какая. Ну-ка мы сейчас с Зойкой. Давай, поворачивай. Куда ты, блядь, куда ты, дядя? Что, это мы перевешиваем? Эх ты ж, блядь. Чуть-чуть осталось, долбануть ты по нему. Положи камушек. Ну, еще разик. А, все, сдох. Сдох. Отлично. Эй, блядь, я хотел эту хрень взять большую. Повышение уровня. Нам нахрен не нужен повышать уровень-то уже. Ну-ка, подождите. А я не могу. Тогда Зойкой. Так. Это мы что-то тут сделали. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Стой. Сейчас я сюда вот перемещу вот эту хрень. Эй, она не хочет двигаться. А почему? А вот это хочет двигаться. Это не хочет двигаться. А как же? Да как же, надо сейчас мост построить и все. Блять, у меня же был Гэндальф. Да, блять, эта идея просто божественна. Так. Ну что мне тут, какие, блять, магниты-то мне использовать? Чего тут, блять, вот нажимаю, держу. Ни хера не получается. Что такое, он бьет, что ли, нас? Использует рычаг. Мы использовали рычаг-то, между прочим. Успели. Ну чего тут? Так, 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 так. Может быть нам... А, оп. Не получилось, что ли? Не фартануло? Это что? Так, бочка. Там гоблин где-то сидит, да?
А я воду если упаду. Она под током? Она под током. Прекрасно. Что-то тут надо нам сделать. А чего? Что это было, блядь? То есть он, этот хер, стрелял... Ага, тут что-то вот надо... Вот. А там что за машина такая была, где надо было заряжать-то ее? Готов! О, он этот самый какой. Шаман. Что за нахуй? Эх ты, блядь. А, он не пускает к себе при помощи вот этих вот веревок, блядь, или как их назвать. Ха, ты глянь-ка. О, они еще и бьют. Стоп, Зойка. На-на. А тот не доходит до воды-то. Стоп, нам надо, значит, притянуть, что-то зарядить. Что за нахуй? Ну чё, как, какая нахрен? Ну чего? Ну вот не, я не понимаю, что мне с ним делать? Что мне с этим стиком делать, блядь? Я все уже, все кнопки понажимал. Ну, и хули. Надо зарядить, наверное, сначала. Надпись исчезла, блядь, зато. Так. И бежать потом бегом, наверное, включать его. Правильно, как я предполагаю? А. Ага. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет. Тогда чего? Спокойно. Секунду. Или надо их двоих как-то? Так, погоди-ка. Давай, лети сюда. Ну, давай, 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 давай. Вот. Ну, 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 ну. Застряла, что ли? Что за нахуй? Или в воду надо сунуть его? Там коробка какая-то лежит. Что это такое? Чё, блядь, что мне надо сделать с ним? Использовать рычаг. Ну, ничего не происходит, потому что тока нет, это понятно. А я могу вот так просто перепрыгнуть? Могу. Только вниз, но. Могу. Ладно, что, давайте. Блять, опять это говно появляется. Давайте на сегодня закончим. Эту загадку оставим на следующую серию. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.